Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор колеблющейся блесны от компании Касадака, модель Convex. Многим российским рыболовам хорошо известна продукция компании Касадаки по воблерам. Но есть в ассортименте Касадаки также и колеблющиеся блесны, и не так давно появилось достаточно много новинок среди микроколебалок. И об одной из таких вот новинок о модели Convex я бы хотел бы вам более подробно в данном видеообзоре рассказать. Касадака Convex выпускается в одном весе 3,3 грамма. Длина блесны составляет 32 мм. В самом широком месте блесна имеет ширину 11 мм. Поставляется приманка в небольшом пакетике, в таком вот пластиковом. Ну и как можно видеть, приманка сделана в Китае. Блесна выглядит вот таким вот образом. В верхней части блесна имеет вот такую вот заостренную часть. Нижняя часть приманки имеет закругленный край. Блесна имеет вот такую вот изогнутость. Имеется вогнутость в нижней части блесны. На подложке указана модель и также вес приманки. Ну вот, давайте сравним вес, указанный производителем, с фактической массой блесны. Фактическая масса блесны составляет 3,52 грамма. То есть на 0,2 грамма блесна реально тяжелее. Приманка сделана из латуни, имеет качественное лакокрасочное покрытие. Оснащена блесна двумя заводными кольцами, они небольшого диаметра, диаметр их составляет 5 мм. Установлен одинарный крючок, который имеет небольшую такую вот микробородку. Крючок очень острый и имеет темное покрытие. Приманка выпускается в 10 расцветках. Есть очень интересные цвета, и можно подобрать необходимый цвет в зависимости от освещения, прозрачности воды, ну и, конечно же, предпочтений рыбы. Блесна универсальная, ее можно использовать и при ловле на реках и на озерах, при ловле разнообразной хищной рыбы. Также смело можно брать эту блесну в поездках на Черное море. Там она поможет вам ловить таких рыб, как ласкири, это морской карась, зеленух, ну и другую морскую рыбу. Приманка имеет отличные полетные характеристики. Повторюсь, не боится течения. Стоит приманка недорого, каждый рыболов может позволить себе приобрести данную приманку. Рекомендую обратить внимание на Касадаку Convex, так как блесна очень уловистая. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!